Ну, собственно, я что могу сказать? Я жду, естественно, своих премьер. Для меня это очень важное событие и просто интересно, и новый стимул для новых сочинений. И действительно, я очень люблю, когда мою музыку исполняют среди старых композиторов. Эту традицию начал Туган Сахиев, потому что он, вот когда-то Garden of Dreams, это был заказ концерт Гибао, и он играл премьеру. Эту пьесу ему понравилась, Garden of Dreams, и он стал ее очень часто играть в разных странах. И всегда, а он играет только классические программы, поэтому я вдруг, благодаря ему, попала к Чайковскому, Берлиозу. И как он такой сосед? Сон бессмертных. Вот так, да. И мне это просто очень нравится. Мне кажется, действительно, когда вот эти такие, как сказать, сектантские концерты, когда только современная музыка, это очень утомительно для слуха и очень ограничено, и как раз притупляет восприятие современной музыки. Поэтому на самом деле я считаю, что это должен быть принцип многих концертов, а не такие вот отдельные фестивали современной музыки отдельные. Вот. Но другое дело, что мы тут не решаем ситуацию. Кто-то другой.